Значит, следующая песня «Странник». Вот, есть, как говорят, уже в дороге мне в этой сказали, уже нету. Был такой 52-герцовый кит. А я же, фамилия-то у меня рыбная. Ну и, соответственно, за рыбьего брата я встреваю. Вот, чем он был особенный? Он был такой, как все киты, но как бы слышал и говорил или пел песни, как говорят ученые, на частоте 52 Гц. А обычные киты, говорят, общаются на частоте 25 Гц. И, соответственно, вот он не понимал никого, и его не понимал никто, и вот эти 20 тонн живой массы, в общем-то, у него нет никакого врага, ну, если только китобой какой злобный не подкрадется. Но он один в океане. Меня это до такой степени поразило, и я долго ходил под впечатлением, возникла одна строчка, и я совершенно не знал, как дальше сочинять и петь. Наверное, месяца полтора это все длилось, но потом вдруг раз, и пошли строчки, строчки, строчки. А принцип, в общем-то, писания песен примерно один, я полагаю, у всех. То есть ты не пишешь песню, она, собственно, рождается сама песня, ты ее записываешь. Ну вот как-то так получается, раз, строчка, раз, вторая, вот, вот припев. И так может возникнуть сразу все, может возникнуть половина. И ты как бы не подставлял какие-то образы, какие-то вот похожие идеи, ты выдумываешь. Надо, чтобы оно само вот из тебя вышло. И вот, собственно говоря, через месяц я написал эту песню. Потом я поискал в интернете, оказывается, две южнокорейские группы тоже пели про этого кита. Одна рэп, другая метал. Ну вот мы втроем, корейцы и я. А над нами, вот у меня там соседка живет, Анжела, она половина кореянка. Итак, «Странник». Чья-то мечта
как одинокий странник морских глубин. Одинокий странник людских глубин. Натай, натай.